9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Видим, состоялось зажигание двигателя. Слышим аплодисменты в командном центре PSLV. Запуск состоялся, друзья. И, ну, мы видим просто огромное количество реактивного пламени. Реактивная струя очень широкая получается за счет того, что на ракете установлено целых 6 боковых ускорителей. Сейчас еще дополнительно зажгутся. Происходит это, напоминаю, на 25-й секунде, то есть уже это состоялось. И вот камера не успевает следить даже за ракетой, так стремительно она взлетает. Напомню, мы с вами смотрим прямую трансляцию старта ракеты-носителя PSLV индийской.